Они впервые в жизни увидели снег. Моим ласкам уже 5 месяцев, до этого они никогда не видели снег. И вот на днях состоялась их первая встреча. Поначалу ласка очень боялась, потому что снег был мокрым и холодным. И еще начала дрожать из-за резкой смены температуры. Но после быстро адаптировалась, и ей стало весело проводить там время. Она очень мило зарывалась в снежок и пыталась его облизывать. Одна из моих ласок поменяла даже шубку к этому сезону, поэтому ей было намного теплее в снегу. Подписывайтесь, тут много интересного.